Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Mass Effect, и сегодня я буду проходить побочный квест под названием Траверс Сигнал Бедствия. Для того, чтобы получить этот самый сигнал бедствия, мне необходимо будет отправиться так, в скопление Ро Аргуса. Так, даже не скопление. Короче, в Ро Аргуса, я не знаю, как это называется. Так, систему Гидра, инопланету Метас. Поступило сообщение. Соединяю. Общий сигнал тревоги. Священный танк. Медицинский транспортный. Критический транспортный корабль. Физический отказ системы. Теряем энергию. Система коммуникации выходит из строя. Жизнеобеспечение. Срочная транспортировка. Недолго. Поторопитесь. Не знаю, зачем это они не озвучили. Так, давайте Рекса возьмем и Эшли. Можно было лучше Гаруса взять. Надо было Гаруса. Так. Направо надо ехать. Так, ну вот, Траверс... Траверс пропавшая разведгруппа. А, вот, Траверс сигнал бедствия, он самый верхний. Включите... А, откликнитесь на сигнал бедствия. Так, это был второй способ получения данного квеста. И он сразу называется Траверс сигнал бедствия. Раньше он назывался странные данные. А, необычные данные. Сигнал идет с этого упавшего корабля. Осторожно, Шепард. У меня кеды. Это ловушка. Так. Ничего себе. Ну, хотя да, реально, ракета же в металл. Ракета убивает мгновенно. Кеды, это ловушка. Так, где эти самые кеды? Так, минусанул. Так, возвращаемся обратно в Мака. Так, отступаем, меня сейчас убьют. Так, прячемся вот здесь вот. Блин, разведчиков так убил. Еще один разведчик идет. Мы отступим вот так вот. Прячемся. Так, ну и где вы там прячетесь-то?
минус один. Минус второй. Сейчас помирать буду. Так, у меня перезарядилась первая способность. Убил. Так, надо следующий танк. Так, четверочка. Пятнерочка. Все, я его убил. Отлично. Задание выполнено. Так, я что-то не понял. А мина взорвалась, типа? Да, мина, скорее всего, взорвалась. Да, вот задание выполнено. Можно возвращаться на базу. А на этом, я думаю, закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.